До 1 июня на портале «Добродел» проходит голосование по выбору общественных территорий в Московской области, где требуется проведение работ по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2022-2024 годах. Предложения и комментарии жителей будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Светлый город». Отдать свой голос можно только за один объект.